Муравленковцы приняли участие в ежегодных рождественских чтениях. Они прошли в Ноябрьске. В этом году докладчики выступали на тему нравственных ценностей и будущего человечества. Это традиция вековые, на которых строилась вся наша культура. И, в общем-то, в итоге и зиждется все образование. И это позволяет нам не только, говорю, вот посмотреть на проблемы, но вообще на процесс образования, воспитания с разных сторон, но и обогатить друг друга в этом общении. В седьмых рождественских чтениях приняли участие около 200 человек со всего округа. Представители православной церкви, специалисты администрации, сферы образования, культуры, здравоохранения, молодежной политики. В числе 60 лучших оказались и представители нашего города. Муравленковские авторы Елена Емельяненко, Ирина Надейна, Андрей Пархоменко и Лина Костенко выступили с докладами в номинации «Православие и культура». И сами доклады были очень такими животрепещущими на самые злободневные темы, касающиеся морали, нравственности. А на самой конференции обсуждались темы, как духовность и нравственность внедрить в повседневную жизнь в форме хороших, интересных проектов.